Как вы уже поняли, сегодня баранья лопатка. Причем она будет запечена у нас в духовке, с овощами и в специальном маринаде. Баранью лопатку лучше всего взять вот такую светленькую, маленькую, то есть от ягненка. И для того, чтобы нам ее замариновать, нужно немножко сбрызнуть подсолнечным маслом веточки розмарина. Без розмарина баранина не баранина. Тимьян. Сюда же. Соль. И смесь специй для баранины. Здесь чили перец, кориандр, немножко зиры, паприки, чуть-чуть сухого томата. В общем, каждый делает смесь по-своему. На рынке очень даже хорошие смеси продаются для баранины. Теперь нам хорошо бы ее вот так вот с двух сторон обвалять. Маринуем прямо там, где мы ее будем жарить. Теперь добавляем сюда грибы. Выкладываем рядом с бараниной. Чеснок отрезаем лишнее. Головку чеснока разрезаю поперек. Вот таким образом. Все, чеснок должен быть рядом с бараниной. Как раз будет очень хороший аромат. У нас еще остались цельные луковички. И вот такие куски моркови. Поливаю их чесночным маслом и обязательно солим. Овощи должны быть соленые. Про грибы тоже не забываем. Выкладываем лук и морковь. Белое вино выливаем прямо сюда. Оно в процессе запекания выпарится, поэтому не жалейте. Духовка у нас прогрета до 180 градусов. Ставим противень вот сюда. И теперь мне понадобится щуп. Щуп для того, чтобы я знал, какая температура мяса у меня внутри. Температуру щупа устанавливаю 70 градусов. Как только внутри куска будет 70, духовка сама отключается. Все, жарится. Духовка пропищала, достаем лопатку. Так, вытаскиваем термощуп. И ставим лопатку на плиту. А, шикарно! Шикарно, как получилось. Не хватает только немножко наршараба. Я его прям сверху на баранину полью. Как бы сам Бог велел, нужен наршараб. Теперь ногу перекладываю на пергамент. Сразу же резать ее нельзя, ей нужно дать отдохнуть, чтобы вся влага распределилась внутри. Для вкуса обожжем овощи горелкой. Теперь складываем в тарелочку наши овощи. Те, которые мы обожгли. Обязательно и шампиньоны, и морковку, и лук. И самое главное, сверху чеснок. Теперь немного соуса, который образовался у нас из сока от баранины, вина и немножко растительного масла. И обязательно баранину подаем с зеленью. Лопатка молодого ягненка запекается примерно 40, может быть 60 минут. Но с термощупом вам не нужно следить за временем. Мидея, почувствуй себя дома.